Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Алан. Можно сказать, это такой грустненький видос, а может, не грустненький. Многие мне писали, короче, это продажа автомобилей. Спасибо, звуки Вайбера, звуки Димона клавиатуры. Поприветствуйся. Здесь. Да, короче, присаживайтесь, берите что-то покушать. С вами Алушка, и мы начинаем. Предыстория. Многие пацаны мне писали на стриме, продай мне свои автомобили. Я уже давно, если честно, задумывался об этом. Хотел бы обновить свой автопарк. Кардинально, я бы сказал. И поэтому я продаю все свои автомобили. Ну, почти все. Давайте начнем с того, что раньше я хотел номера все собрать на ООО-78. Кто знает, я что-то, можно сказать, был одержим сериями. Номеров, типа, сейчас на первом сервере у меня был ООА-98, на этом был ООММ, который нифига не стоил, и сейчас ООО на 78-м, который ценится. Но я понял, что собирать для меня тупо, потому что вот зачем мне столько автомобилей, если я катаюсь на двух, на трех. И, конечно бы хотелось какой-то нормальный автомобиль, а-ля Широна или что-то такое. Короче, продается этот Челленджер. Пишите. Короче, все автомобили, которые продаются, ссылочка в описании на мой контакт. Если вас что-то заинтересовало, или номер, или автомобиль с номером, или что-то на обмен, или вот эти все тачки поменять на какую-то одну, или там две на одну, пишите мне, пожалуйста, это все в ЛС. Лишка, если что, у меня открыто. Продается вот этот Челленджер. Я, если что, цены не буду называть. Номер ООО-0678. Если что, с любой тачки номера снимаемы. Такой вот в эксклюзивном виниле, который мне делал пацан, не помню уже сколько. На этот, вот этот Челленджер сам стоит 17 миллионов с этими номерами. Это все ушло. Но продается он будет наверное, ниже. BMW E70. Стоит передняя губа, притонированные фары, сам затонирован, чиповочка стоит, номер ОМР 887-78, почти как у Булкина, только у Булкина 98-м. Дальше идет гелик ООО 887-96, Екатеринбург, обычный стоковый, который подарил мне подписчик, просто с запаской сзади. Вот. Потом идет ГТ-шка, который мне тоже подарил подписчик Олег Чуйко на день рождения. Спасибо тебе большое. На данный момент там уже 3200 тысяч километров. Как я его затюнил, так он и не менялся. ОЗ-ки стоят, как будто старые мерсовские колеса. Серый цвет оригинальный, как в жизни идет. Просто потом идет Супра красненькая, которую мы тюнили с обновлением 1.8 на номере ООО-00878. Номера, еще раз говорю, все продаются. Дальше идет трешка BMW. Я сначала хотел снять все эти номера, оставить себе. Но в конце я передумал. И все-таки один номер я успел поменять это на трешке. Обычная трешка в тюнинге. Вот. Дальше идет три слива. Интересно, да? На трех номерах. Давайте с этой сливы начнем. Первый номер на сливе это ООО-00378. Потом идет ООО, вот этот, 00278. Пацан переехал в ХСС. Надеюсь, не будут мешать. Там подписчик на Панамере адекватно. И с прошлой серии номер МВМ-22272. Вот. Такие вот все тачки, что я продаю. Надеюсь, вам что-то приглянулось. Ну, особо цены я вам тоже там, прям, если гелик стоит стоковый 12, я вам за 10 не продам. Ну, типа, цены будут плюс-минус оригинальные, но если что, могу вам немножечко скинуть. Все тачки, повторюсь, продаются как и с номерами, как и без. Пишите мне в личку, ссылочка в описании. Также там есть ссылочка на мою беседу в ВКонтакте, можете там свои автомобили предложить. Вот, хотел сказать, что Димон еще продает свою BMW F90 в тюнинге или без? Задняя губа, тонировка, диски, сербо. ООО 484-58. 434. 434, извиняюсь, 58. Вот, так что пишите мне в личку, будем с вами общаться. Ну а с вами был Эван, спасибо, что посмотрели данный видос. Ничего больше не могу сказать, потому что этот видос записывается сразу после того, как я срал 6 миллионов,
И вот так через пару дней с этого автопарка останется только пыль.